Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Дом и сад Home Garden. Сегодня с вами я, Анна, и мы находимся в магазине Fix Price Пушкин. По традиции начинаю с отдела посуды. Здесь сегодня новинок немного. И первое — это кружки. 55 рублей. Появилась новая традиция наклеивать наконец-то наклейки с ценой на кружки, но не везде так хорошо обстоят дела с ценой в нашем магазине. Кружечка — это 370 мл, Китай. Сегодня субботним утром в Fix Price огромное количество народу, просто толпы народа, ассортимента еще много, но все разбирают очень быстро. Лопатка кухонная 55 рублей. Не могу сказать, что это прям стопроцентная новинка. Мне кажется, их не было, просто их огромное количество привезли. Сейчас дешевая лопатка 55 рублей из нейлона и нержавеющей стали. Наконец-то к нам доехали вот эти банки на 1,5 литра, объем у них. Ценника я как искала, но, скорее всего, она стоит 77 или 99 рублей. Внизу, пожалуйста, в комментариях напишите, сколько она стоит. Это баночка. Перебираемся в книжки. Здесь письмо Деда Мороза, новогодние подарки. Интересная книжка. Внутри есть и наклейки. Вот вы видите, достаточно хорошего качества. Много всяких заданий для ребенка. Только, видимо, эти книжки выложили, поэтому цену я вам тоже не скажу. Производство, издательство «Москва». Все книжки, которые сегодня буду показывать, это все российское производство. Также вот посмотрите, много книг и вот эти глазки, и сказки Сутеева. И вот эта мне еще серия очень понравилась, «Мудрая математика». Там на разную тематику книги, хорошее исполнение. Тоже московское издательство. Еще вот эти книги с наклейками для малышей однозначно привлекут ваше внимание. Это известное издательство «Стрекоза». Кто для маленьких деток заказывает книжки, знает, что «Стрекоза». Огромный у нее ассортимент у этого издательства, очень хорошее качество бумаги и наклейки. Так, ну в канцелярии появились вот эти арт-блокноты. Очень интересная новинка, классное оформление, жесткое у него... Обложка у этого блокнота 80 листов. Внутри интересное оформление, посмотрите, то есть вот здесь суккуленты в блокноте с кактусом для любителей суккулентов, толстянок, кактусов и прочих. Вот для таких, как я, пиончики, василечки, незабудочки, розочки, цветочки. Стоит эта арт-тетрадь 77 рублей. И еще вот такие есть варианты исполнения. Также появился пластилин новый, 10 цветов. Это известный производитель «Гамма», Москва. В игрушках две класснючих новинки, просто планшет для рисования 199 рублей он стоит. Вы подкладываете раскраску, 6 раскрасок в наборе, включаете свет, да, подсветку, и ребенок рисует. А батарейки по традиции Fix Price в состав не входят. Смотрела анонс новинок на сайте Fix Price, будет еще очень много интересных игрушек, что говорит о том, что покупают игрушки в Фиксе очень хорошо и
нам постоянно новинки будут предлагать. Вот такие колечки. Конструктор некий за 199 рублей, забавные колечки. Кто-то уже из блогеров показывал их. Я еще в наших пушкинских фикс-прайсах, вот первый раз я их вижу. Я думаю, что на неделе обзор во вторник где-то я буду делать. Обязательно заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, будет много новинок. Чувствуется. Туфли комнатные, грубо говоря, тапочки, 99 рублей в разных исполнениях. Что приятно, это Тула. Производит эти тапочки тульское обувное предприятие. Вообще вчера был ролик Ашана, очень много российского производства, в фикс-прайсе очень много товаров российского производства. Это не может не радовать. Вчера я для себя стекольный завод открыла в Пензе. Здесь вот тульская обувная фабрика. То есть не все еще пока делает Китай. Жидкость для снятия лака. Обычно этот отдел стараюсь обходить стороной, потому что не могу высказаться никак по поводу косметики, которая кроме известных брендов, как вчера, вот, например, Estelle. Estelle я запросто могу рекомендовать даже. Маска для волос Estelle. А вот это стилизованный под японскую косметику. Внимание, это крем-масло. Там была жидкость для снятия лака. Это крем-масло для рук с разными ароматами. И производитель, внимание, Казань. Также Казань производит гель для умывания и тоники по 55 рублей. Тоже стилизованные под японскую косметику. На самом деле это город Казань. Так, мой любимый отдел, перебираемся. И вот эта шкатулочка. Уже была у кого-то эта шкатулка. Ее я однозначно ставлю на заставку. Она привлечет ваше внимание. В разных исполнениях представлена. Где-то больше золота, где-то больше серебра. 199 рублей. И меня привлек производитель. Это, сейчас я ценник покажу, это Индия, да, кокотницы мы с вами видели и даже тестировали, заходите в ролик, тестируем кухонные гаджеты, кокотницу индийскую из Индии тестировали, а теперь появилась вот, пожалуйста, индийская шкатулочка. Я обожаю всегда смотреть, кто производит, потому что, ну, это интересно, откуда приехал товар. Так, покажу вот эти декоративные фигурки, на них очень большой спрос, многие пишут, что их разбирают, я сама сегодня купила две штучки лично, одну для дочери, другую для своего творчества, и обязательно на следующей неделе будем делать то, что я хотела сделать с этой фигуркой, будет DIY из фикс-прайса. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте, можете даже негативно, я буду рада. За 99 рублей появилось огромное количество свечей ароматических, заметьте, производителя, Смоленская область, вот нежный шелк, мак, клюква и смородина ароматы. Имбирь и апельсин пахнут, кстати, очень приятно, я понюхала. Единственное, что они сверху ничем не защищены, вот это меня удивило. Сверху ничем не прикрыты. Так, вот такие еще ароматические чайные называются, 12 штук, но это китайское производство уже. И вот эти 50 рублей, тоже все Китай. Ну и вот эту фигурку покажу, у нас в магазине остались только груши. Предыдущий ролик наш смотрите, и часы 199 рублей их показывала, в этом магазине есть еще серый вариант, часы на стены. Перебираемся в отдел с косметикой, здесь органайзеры, вчера я их показывала, позавчера вернее. Там в том фикс-прайсе он был последним, здесь много их привезли, и привезли много вот этих органайзеров за 99 рублей для тампонов. Для ватных дисков. Ну и последнее, что покажу, это вот эта сумка с тремя отсеками за 99 рублей. Обязательно подписывайтесь на канал, будет много обзоров, буду много комментировать. Судя по новинкам на сайте фикс-прайса, еще будет много-много всего. Ну а я с вами прощаюсь, до свидания, до новых встреч!